Да вообще хуй знает, куда он улетит. Ра, слушай, а такой березовой, короче, доски у тебя больше нету? Все тот же 2018. Рама крафтит уже вторую биту для игры в лютую лапту. Все процессы уже до боли знакомы. Имеет ли смысл их комментировать? Не знаю. Попробую. Вот рама отмеряет нужный размер линеечкой. А тут он воспользовался ленточной пилой. Ой, какая полезная штука. Правда ведь? А сейчас в дело пошли рубанки, чтобы деревяшечка стала гладенькой и вкусной. Бе, что-то не заходит. Такое чувство, что я это уже все озвучивал. Да еще и не один раз. Давайте сегодня по минимуму вот этого. Лучше я расскажу про то, как мы вообще с Рамой начали работать вместе. И первым нашим совместным проектом был абсолютно бессовестный поступок на одной сельской тусовке. Свези ему в лицо. Прости нас, Димон. Я уверен, что ты всего этого не помнишь. Началось все с откровенного криминала. Ну а уже в следующий раз мы забацали тотем. С тех пор мы замутили немало интересных проектов. К слову, весь свой скудный запас знаний по работе с древесиной я приобрел как раз-таки в стенах этой мастерской. Школьные труды в счет не берем. Трещина? Нет. Придется вот так отпиливать тогда, покороче делать. Ну вот в этом весь рама. В любой, даже самой обломной ситуации найдет выход. Бля, вот я мудень. Не, да это ничего страшного, значит, надо делать глубже вот эти части. На мой взгляд, дело в оптимизме, которого у него вагон и маленькая тележка. Видимо, в детстве наебнулся в чан с хорошим настроением. На этом этапе обработки мы обычно останавливались. Максимум шкурочкой децл прошлись бы, но не в этот раз. Прокачиваем гараж ровно на одну шлифмашинку. У меня тоже такая хуйня есть. Внимание, анбоксинг. Вращайте барабан. Кстати. Не, Ю, мы же под финал каждое изделие на ленточной шлифовалке прогоняли. Точно. Но конкретно эта модель мне показалась более удобной. Мобильная штукенция. Подлезет куда угодно. Видно невооруженным взглядом, как поверхность биты преображается прямо на глазах. Нам бы такую штуку, когда мы топор делали. Инструмент. Пришло время затестить биту. Вроде работает. Я по-прежнему все еще не ознакомился с правилами игры. Да и рановато еще. Впереди нас еще ждет кастомизация, покраска, рисунки. Вся вот эта херня. В плане грунтовки мы пока остановились на вольтипраймере. Состав полностью удовлетворяет наши запросы. Ворс поднимает по минимуму, влагу не пропускает. А что еще нужно? А, ну чтобы красочка еще ложилась как надо. Вон она висит. Видно? Видно. Я ее сейчас красить буду. Синим цветом. Теперь она постепенно начинает исчезать. Мы подходим к круглым цифрам. Значит, группешник дорос у нас до 5000. Кстати, закидывайте туда свои работы. Только в предложку, не в сообщение, пожалуйста. Инстуля доросла до двушки. Ну и канальчик подходит к 34К. Вау! Все благодаря вам. Если действительно заходит то, что мы делаем, то поддерживайте видосы лайками и подписывайтесь. Это помогает нам расти. Друзья, я вас всех благодарю и до скорого. Пока.